Витя, с победой. Какие эмоции после этой победы? Вы молочки. Молочки, вы на последние минуты вырешили матч. Конечно, не самая лучшая наша игра, но самое главное то, что достали себя и завоевали 2 очка, поэтому все молодцы, спасибо. Гол последний на кого лучше записать? На тебя или на Доуза? Я даже не знаю, я там этот валялся, да. Не знаю, повтор посмотрим. С победой. Спасибо. Hero. No, hero. I mean, a team. It's a team game. I was just happy to be back playing. It's been a while since I played a game, so happy that I could come and help out the team. Прокомментируй последние полторы минуты игры. Мы были очень долгими, но в обороне так сработали, что не дали там ничего сделать им. Вот. И молодчики. Всех с победой. Выдыхай. Вратаря, сам вратарь себя не хвалит обычно? Ну как вот ощущаешь, ну какую из 5? Не-не-не, сейчас не буду ничего хвалить. Это уже с тренером, это его дело. Мне исправлять ошибки, которые он скажет. И все, работа дальше. Значит, сверху игр не бывает, они же мотивированы. А мы нет? Ну, а мы как мотивированы? Мы всегда мотивированы. То есть дерби получается именно как дерби? Вот именно дерби. Дерби, да, не дерби, а дерби, как дерби. Самые молодцы, что хорошо. Твои ребята давно не играли, хорошо зашли, хорошо себя показали. В целом командная игра здорово. Посмотрим, что скажет тренер. Посмотрим, Уилси. Смотрим. Ну, понимали, приехали, так, настраивали. Ну, начало было неплохое, ребят, все-таки там были пару моментов, где нужно было решать вопросы, да. Второй период, пацаны, второй период такой провальный такой был. Но это, опять же говорю, это немножко, наверное, закономерно. Ребят, еще раз, готовиться осталось буквально чуть-чуть. Тоже будет непросто, но, надеюсь, успеем еще немножко восстановиться. С победой! Парень, все красавцы, с победой. Микки, ты вернулся, Доузин. Стефан, пока. Спасибо нападающим нашим, что так легко с вами играть в зоне атаки, что вы все делаете сами. Мифтах. Че, всех с победой, молодчики, готовимся дальше, еще одна игра. Давайте готовимся, короче. Выдыхаем, выдыхаем. Вот надо еще игру сыграть, выиграть и будет для боксера. Да, 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 правильно, так, правильно. Пока готовимся дальше. Так будет лучше. Алха Акбарс.